Привет, с вами Арталаски, и в этом видео я покажу, как создать отличную кисть для быстрого создания городских фонов и прототипирования зданий в стиле пиксель-арт. Создаем новый документ размером 128 на 128 пикселей. Проверяем, чтобы цвет у нас стоял черно-белый. Для этого нажимаем клавишу D, чтобы сбросить их на стандартные образцы. Теперь выбираем инструмент карандаш. Выбираем самую обычную круглую кисть, если у вас еще нету однопиксельной кисти, и ставим размер на 1 пиксель. Тогда практически любая кисть у вас будет рисовать такими тонкими маленькими квадратиками. Теперь, удерживая Shift, делаем вот такие прямые линии. Наша задача сейчас создать 2 квадрата, либо прямоугольника. Главное, чтобы они были слегка наложены друг на друга. Должно получиться что-то вроде такого. Теперь выбираем прямоугольное выделение, горячая клавиша M. И нажимаем редактирование, определить кисть. Теперь с помощью этой кисти мы можем делать достаточно быстро и просто подобие небоскребов и прочих зданий на заднем фоне. Также можно придумывать отдельно стоящие здания. А если промежутки между кистями сделать еще меньше, то получится сделать более детальные прорисовки. Также можно придумывать целые конструкции из подобных квадратов и, настраивая у них интервалы, получать достаточно интересные варианты. Вот так, с помощью таких простых кистей можно очень быстро получить интересный результат. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайк. Ну а с вами был Арталаски, пока!